Ну вот, друзья, продукция, любимая казахстанскими охотниками испанской компании Hart. Сейчас менеджер Джустинос расскажет нам о новой коллекции. Особенно она будет интересна охотникам по Перу. В наших условиях, то есть на фазана, на перепелку, на куропатку. Отличный комплект. Добрый день, привет Казахстану. Меня зовут Джустинос. Мы хотим представить вам новинок, который подойдет на казахстанском рынке, особенно для охоты на птиц. И первая новинка это у нас новые Эйфель штаны. Они здесь идет хлопок для хорошо чувствовать. Здесь дополнительная защита, которая очень от колючек. И ничего не случается. Также здесь есть дополнительная защита, когда у вас нога вдруг втирается в друг друга. Здесь дополнительный крючок, который можно застегнуть на ботинки, что не попадает ни мусор, ни вода. И с другой стороны, для хорошего дышания есть очень такая встречевая ткань для ходьбы. Если даже становится мокрые, они не будут скользать. Здесь тоже на самых прочных таких мест есть тоже дополнительное дышание, и чтобы можно было двигаться хорошо. Комфортные штаны, да? Да. Отлично. И дополнительные маленькие, если хочешь поставить какие-нибудь ключи от машины, чтобы они не попадали в большие. Здесь тоже есть смолный карман. Отлично. Дополнительная защита, чтобы не рвалось. А сверху? Как? Джустина, что у нас сверху? Сверху. Если рубашка, а я, летняя рубашка, очень хорошо дышащая. Здесь дополнительное дышание, чтобы не потели. Можно эти рукавицы поставить здесь на летом, и с другой стороны. И здесь тоже клапан, да? Да, клапан. Для дышания, и здесь тоже материал. И легкая спина, но отличная рубашка. Это вот как раз по нашим кустам ходить, то есть вверх это ХБ с защитой, а получается подмышками и спина дышащая. То есть это вот как раз то, что нужно для того, чтобы продираться через кушары. Отличная моя рубашка, просто кайф. Ну и куча кармашков, карманов, конечно. Ага. Понятно. Молнии, чтобы не потерять. Так, и если вечером, например, становится вам холодно, можно поставить тоже новинку Вердон. И она чем-то утеплена дополнительно, да? Да, это есть наше HDI утепление 80 граммов, и еще внутри флисовое такое утепление, которое она чувствуется очень хорошо на теле и довольно дает хорошее утепление. Но это дышащий костюм без мембраны? Да, это дышащий без мембраны. Вот это классно тоже. Другая классная модель. Сторона тоже здесь есть. О. Из флиса. И очень, видите, тянется отлично, тянется, да? Встречивай. Можно использовать как и утеплитель, как и куртка. Отлично, спасибо. Спасибо. Будем ждать к сезону в Алмате. Обязательно.